Друзья, всем добрый день! С вами снова Дмитрий из компании Кирпул Бассейны. В этом коротеньком ролике мы вам хотим представить пленку для бассейна, бюджетный вариант, китайский производитель. У нас такой объектик, небольшой бассейн такой, немножко кривоватый. Складные подчищаемся. Одна ступенька. Сейчас будем текстиль наклеиваем сейчас. И углы начинаем кидать. Обратите, пожалуйста, внимание, как смотрится симпатично рисунок на пленке. Друзья, кого интересует бюджетный вариант отделки бассейна, купели, пленкой ПВХ, если вы хотите узнать стоимость отделки данной пленки, пишите в WhatsApp, либо на почту, все контакты в описании. Так вот получился бассейн. Все неровности убрались, пленку все выровняла. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Далее будет интереснее и полезнее. Всего вам доброго!